интерьер, потому что выставку надо посмотреть, там много интересных таких уникальных вещей. Во-первых, вы там увидите портрет Федорова, который, в общем, практически не экспонировался, он вообще не так давно открыт, он открыт в 97 году был. Вот, причем он интересен тем, что это прижизненный портрет. Я вот когда буду рассказывать о биографии Федорова, то будет ясно, что, в общем, удивительно, что он в принципе появился, потому что Федоров никогда не давал себя фотографировать и тем более запечатлевать на холсте. Вы хотите, да? Вот, портрет совершенно уникальный, такой замечательный. Вот вы его там увидите. Потом там вы увидите интересный экземпляр «Философии общего дела» Федорова, который из коллекции такого уникального человека, одного из ярких представителей русской эмиграции, протопресвитера Александра Киселева. Он в свое время в 1938 году работал в Нарве, служил в Нарве, в Нарвском соборе, он там был настоятелем. И вот наш покойный патриарх Алексий, он был там у него алтарником, то есть, ну, мальчиком, который помогал. Да. Вот. И отец Александр интересен тем, что он, в общем, был такой первой ласточкой объединения нашей русской православной и зарубежной церкви. То есть он еще в 91 году, когда вот, собственно, открылся занавес, он вернулся в Россию, вернулся в Донской монастырь и вот здесь уже, собственно, и жил последние годы. А интерес к Федорову его тоже закономерен, потому что вообще русская эмиграция, которая искала какой-то третий такой целостный путь развития, она интересовалась идеями Федорова. Так, давайте я сейчас. И отец Александр не был исключением, причем интересно, что вся его семья вообще интересовалась Федоровым. У них была такая очень яркая подборка вообще материалов, связанных с Федоровым, посвященных философии общего дела. К сожалению, не вся она сохранилась, но вот некоторые материалы его сын передал нам в библиотеку. Давайте посмотрим. Так, ой, сейчас, подождите. Будет там, там что-то ничего не видно. Еще кого-то, и уже будем ничего, можем ничего. Ну, мы с вами продолжаем цикл лекций, который посвящен философии космизма, называется «Аргонавты Вселенной», «Человек, космос, будущее, философии космизма и русской литературы». И в прошлый раз мы с вами говорили о общем таком горизонте космической мысли, о основных представителях, основных направлениях космизма. Для тех, кто первый раз сегодня, я коротко повторю, две ветви у нас есть в космизме. Естественно, научная ветвь, которая связана с именами таких известных, крупных наших философов и ученых, как Константин Циолковский, Владимир Иванович Вернадский, Александр Леонидович Чижевский, Николай Умов, это такой интереснейший физик, теоретик и другие, и религиозно-философская ветвь, которая связана с наследием представителей русского христианского возрождения, от Владимира Соловьева до Николая Бердяева, Сергея Булгакова и Павла Флоренского. И таким синкретическим родоначальником этой мысли является Николай Федорович Федоров, собственно, о котором сегодня мы достаточно подробно с вами будем говорить. В прошлый раз мы говорили еще и о том, как идеи космизма подготовлялись развитием русской культуры, русской мысли, начиная от, собственно, первого нашего космиста, поэта, ученого и мыслителя Михаила Ломоносова, с его удивлением перед
огромностью мироздания открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездни дна. Его гимном творческому разуму человека, который познает эти огромные миры, раскинувшиеся, да, вот над ним, это звездное небо, и познает устроение мира, и в этом он видит как бы задание, замысел о человеке. Гавриила Романовича Державина, который ставит человека изъждительной связью миров. Представители философской поэзии Лермонтова, Боротынского, Тютчева, которые тоже интересным образом ставили проблему человека и природа. Мы говорили немножко о Достоевском, о том, может ли он быть предтечей космизма и почему. Сегодня мы кое-что об этом еще скажем, когда будем говорить о Федорове. Итак, мы подошли, собственно, уже к рождению космической философии, философии космизма, вот в трудах ее родоначальника и одного из самых ярких представителей Николая Федоровича Федорова. Вообще Федоров, конечно, фигура интереснейшая в русской культуре и уникальная. Вот как отзывался о нем известный наш эстетик и критик Аким Львович Волынский. Вот посмотрите, какие слова. Федоров – единственное необъяснимое и ни с чем не сравнимое явление в умственной жизни человечества. Рождением и жизнью Федорова оправдано тысячелетнее существование России. Теперь ни у кого на земном шаре не повернется язык упрекнуть нас за то, что мы не бросили векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Я оборвала эту цитату, а дальше там еще такая фраза, что в одном Федорове искупление всех грехов и преступлений русского народа. Вот такая, казалось бы, да, головокружительная оценка, которая к чему-то обязывает. То есть действительно философ, о котором так говорят, должен был прийти с каким-то таким новым словом. Новое слово – это выражение Достоевского. Он говорит о том, что вообще 19 век – он дал таких мыслителей и писателей, и ученых, которые стремились приходить с новым словом. Так вот, нужно было изречь такое новое слово, которое действительно как бы взорвало бы сознание и направило его каким-то новым горизонтом. Вот, и труда, и творчества, и истории, и так далее. Вот. И Федоров, собственно, входит вот в русскую культуру как философ с одной преодоления двух природных ограниченностей человека. Его ограниченности в пространстве, поэтому мы называем его родоначальником темы освоения космоса. Вот, потому что он говорит о том, что, собственно, с самого начала, самых первых своих шагов на Земле человек пытался овладевать пространством, преодолевать пространство. И, собственно, к концу 19 века, в 20 веке вся Земля оказывается заселена. И уже как бы перед человеческим родом должно открыться новое поприще, уже освоение Вселенной. Вот преодоление пространства, овладение пространством. У него будет такая замечательная формула по отношению к человеку, потом мы ее раскроем, последовательное вездесущее. Вот как Бог, он как бы вездесущ, Бог присутствует в каждой точке пространства одновременно, он содержит всю Вселенную в себе, да? Вот, если мы обратимся с вами, собственно, к определению Бога, как его дает, скажем, та же христианская мысль, то человек, он не может присутствовать одновременно в каждой точке пространства. Он вообще находится в одной точке пространства, а все остальные как бы для него в данный момент недоступны. Но по мысли Федорова он постепенно будет овладевать последовательным вездесущим, то есть в конечном итоге сможет перемещаться в разные, так сказать, области Вселенной и жить в разных средах. Ну, об этом, опять же, будем еще говорить. Овладение пространством и вторая задача, которую он ставит, это овладение временем человеческой жизни. То есть преодоление смертности, преодоление вот этой короткодыханности человеческой жизни, когда человек, дни наши 70 лет, а еще же их 80 лет, и многие труды болезни, да, как говорится у нас в Писании. Так вот, раскрыть вот эту вторую бесконечность для человека, бесконечность жизни, причем жизни творческой, жизни бесконечной, жизни овладевающим опять же всем космосом, вот собственно об этом будет говорить Федор. И именно эту задачу он ставит как бы главной такой задачей всего человеческого рода, и поэтому его ученики Владимир Александрович Кожевников, историк, философ, и Николай Павлович Петерсон, издавшие его сочинения, дали им название
вот этому корпусу его сочинений «Философия общего дела». Но для того, чтобы как-то вы немножко почувствовали его как мыслителя и как человека, мне хочется немножко вас ввести в курс его биографии, вот каких-то вех его жизненного пути, потому что это тоже очень важно. Вот как вообще складывается философ, как складывается мировоззрение. Это будет важно и для Циолковского, вообще при том, что это, с одной стороны, два мыслителя, которые объединены темой выхода в космос. Собственно, как бы философские системы, у них достаточно разные. Но тем не менее, вот есть некие факторы, которые у них общие. Вот и в том числе это факторы как бы их становления, вот их биографии. Вот обратимся сначала к биографии Николая Федоровича Федорова. Он из Тамбовской губернии, сейчас это Рязанская область, село Ключи, Средняя Россия, огромные пространства, бесконечность, горизонт на все стороны света распахнутый. Маленькое село Ключи. Достоевский будет писать о впечатлениях детства, важных для человека, говоря о том, что вот эти первые впечатления, они как бы некие такие зерна в нас живут и потом формируют наше сознание. Так вот, Федоров, конечно, одно из первых таких вот детских впечатлений — это впечатление бесконечности пространства. И он потом будет говорить о том, что наш простор, вот шире русской земли, способствует созданию богатырских характеров, наш простор служит переходом к простору небесного пространства этого нового поприща для великого подвига. Сохранилась церковь, в которой его крестили. Это церковь села Вялсы, тоже небольшое село, недалеко от имени его отца, князя, вот тут внимание, Павла Ивановича Гагарина. Посмотрите, какое интересное совпадение у нас существует в истории нашей космической мысли. Николай Федорович Федоров, которого мы привыкли знать как Федорова, на деле оказывается сыном Павла Ивановича Гагарина. Павла Ивановича Гагарина, знаменитого деятеля театра, как и его отец Иван Алексеевич Гагарин, человека живого, подвижного мыслью, увлекающегося, любвеобильного. Собственно, Федоров был его побочным сыном, хотя связь с матерью продолжалась достаточно долго, там было четверо детей. Тем не менее, Федоров не унаследовал родового имени, но по рождению он Гагарин, и даже его друзья и знакомые, которые знали об этом его происхождении, его называли Николаем Павловичем Гагарином. Николаем Павловичем его звали, Гагарином, конечно, не называли, Николаем Павловичем звали. Но тем не менее, вот интересно так, что у истоков космической эпопеи России и как бы и в ее вершине, да, в этой вершинной точке, когда Homo sapiens становится Homo cosmicus и стартует этот корабль с человеком на борту, первый корабль, который стартовал 12 апреля 1961 года, стоят два Гагарина. Итак, вот это шире русской земли, вот она. Это фотографии села Ключи, я ее сделала в 2005 году, когда мы впервые ездили как раз на родину Федорова, устанавливали в Рязани памятную доску. Вот видите, какие огромные пространства, это почти как взлетная полоса. Вот так и хочется эту горизонталь бесконечную вытянуть, вот поставить в такую творческую вертикаль. Вообще у Федорова в его философии очень большое внимание уделено вертикальному положению человека. Вот он свою антропологию, он с этого начинает. Он начинает с того, что вот человек – это существо, которое постоянно сопротивляется природной необходимости. Вот природа, она как бы все свои создания пригибает к земле. Вот сила всемирного тяготения, она все создания пригибает к земле. А человек, он как бы постоянно ей сопротивляется. Даже самим своей вот этой прямой походкой, самим своим прямохождением, когда он… И это прямая походка, это вертикальное положение – с точки зрения Федорова еще есть и творческое положение. То есть человек вот в этом положении, во-первых, открывает для себя небо, он открывает для себя мироздание, дальше, ввысь и так далее, и он становится творческим существом, потому что его руки оказываются свободными, и вот рождается вот этот самый хомофагер, человек, производящий орудие. Итак, вот эту горизонталь мы хотим вытянуть в вертикаль. Вот такие были у него впечатления. Его брат, сводный брат,
кстати, тоже интереснейшая фигура в русской культуре, Александр Ленский, его называли, он был известным деятелем театра, тоже унаследовал от своего отца любовь к театру, был потом директором Малого театра в Москве. Так вот, Ленский тоже был сыном Павла Ивановича Гагарина, и тоже незаконным, но только уже от примы итальянской оперы Ольги Вервициотти. Нет, Александр Павлович, это, конечно, ошибка. Вот. И вот он вспоминал, да, это опечатка, и вот он вспоминал о том, об атмосфере, которая сопровождала вот эти первые годы жизни в усадьбе его и также его брата Николая Федоровича Федорова. Он говорил о том, что отец был очень чувствителен, любил импровизировать на звуки народных песен. Вообще вот какая-то такая душевность особая была в отце. И когда раздавались звуки его скрипки, это было знаком, что горе его перебродило и нашло выход в звуках. Скрипка замолкала, и отец появлялся со своей обычной грустной улыбкой на устах. Вообще Федоров, он говорил всегда о том, что душа человека не табула раса, не лишь чистой бумаги, не мягкий воск, из которой сделать можно все, что угодно, а две биографии матери и отца, слитые в один образ. И вот отец, да, отец Павел Иванович Гагарин, о матери мы мало что знаем, у нас даже нет ее фотографии, мы даже не знаем, как была ее фамилия. Мы только знаем, что ее звали Елизавета Ивановна, или Елизавета Иванова, как написано в свидетельстве о крещении Федора. Елизавета Иванова, вот одна из тех русских женщин, о которых так замечательно писал Тютчев, и жизнь твоя пройдет незримо, в краю безлюдном, безымянном, на незамеченной земле, как исчезает облак дыма, на небе тусклом и туманном, в осенней беспредельной мгле. То есть вот эта русская женщина, даже фамилии мы не знаем, но тем не менее оставившая, видимо, какой-то след в душе своего сына, безусловно, потому что, собственно, главная идея философии Федорова, философии преодоления смерти, она состоит в том, что каждый человек, который сын, и дочь, и внук, и правнук, он должен вернуть долг тем, которые, как говорит Федоров, нам дали или точнее отдали свою жизнь. То есть человек, он должен вернуть жизнь умершим. Вот такая вот, казалось бы, простая, очень, да, детски простая мысль. У Федорова она рождается, когда ему будет 22 года. Но начало ее вот в этом, вот в детстве, когда каждый из нас, так сказать, пребывает вот в теплом родительском доме, который защищает его от всех превратностей времени и истории. Да? Вот детский, вот этот родительский дом, в котором мы впервые познаем любовь, родство, защищенность, близость друг к другу и так далее. Позднее Достоевский, соприкоснувшись с мыслью Федорова уже в зрелые годы, во время работы над романом «Братья Карамазовы», он напишет, он будет говорить о семье, о семействе, как практическом начале любви. Но не всегда так бывает. Бывают и травмирующие впечатления, которые, так сказать, разрушают семейство, и у того же Достоевского появляется другая формула – случайное семейство. У Федорова тоже было так, в некотором смысле его семейство, при том, что, конечно, его очень любил отец и любила мать, и был еще брат старший Александр, и двое братьев, и двое сестер, тем не менее, все равно это было во многом семейство случайное. И вот эти вихри неродственности вторгались туда, вторгались в этот теплый мирок как бы извне, потому что, конечно, большая семья Павла Ивановича Гагарина, она не признавала вот этой незаконной семьи и в конечном итоге вынудила его жениться на уже Вырубовой, Людмиле Вырубовой, которая была богатой дворянкой, и, соответственно, вот эта вот его семья была отставлена. И, конечно, эти энергии уже не родственности и разделения Федоров почувствовал. И в его бумагах сохранился маленький листок, который ученики нашли уже после смерти его, где был он такой перечеркнутый, у нас копия его в музее библиотеке Федорова есть, там написано: «От детских лет сохранилось у меня три воспоминания,
Помню, видел я черный-причерный хлеб, которым питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Слышал с детства объяснение войны на мой вопрос о ней, которое привело меня в страшное недоумение. На войне люди стреляют друг в друга. И, наконец, узнал я и о том, что есть и неродные, и чужие, и что сами родные, неродные, а чужие. Вот это сами родные, неродные, а чужие. Вот это такое травмирующее для него было, конечно, глубинно травмирующее обстоятельство. И еще две травмы вот в этом листочке обозначены, в этой записи. Голод, смерть, неродственность. Вот это триада. Триада природных бедствий, которые не дают человеку быть счастливым на этой земле. У Фёдорова, собственно, против них он и будет направлять уже потом вот эту совокупную деятельность как бы всего человечества, которое должно, с его точки зрения, победить смерть, победить неродственность, победить разделение, победить вражду в человеческом роде и победить в том числе и голод. А что такое голод для 19 века? Это страшные голодовки, которые поражали Россию с периодичностью в несколько лет, когда вымирали целые деревни, люди пухли от голода и так далее. Фёдоров все это видел. Черный-причерный хлеб, которыми питались крестьяне в какой-то, вероятно, голодный год. Вот здесь, кстати, и зародыш его этики, этики родства и братства, его персонализма. Потому что в философии Фёдорова одна из важнейших категорий – это категория родственности. Родственности, которая не ограничивается только семьей, не ограничивается только близкими, не ограничивается только, ну, так сказать, знакомыми нашими людьми, она вообще распространяется на весь земной шар. То есть он считал, что все человечество – это огромное, так сказать, родственное целое. По крайней мере, оно должно стать таковым. И во многом, так сказать, говорил об этом, намекая на то, что, собственно, и весь человеческий род, он пошел от нескольких человеческих пар, ну, в христианском учении от Адама и Евы. А если мы обратимся, собственно, к выкладкам уже антропологии, то и, собственно, начало человечества было только в нескольких, так сказать, точках земного шара. Да? То есть несколько человеческих пар, от которых пошла вся эта огромный разветвленный человеческий род, как древо. И вот восстановление родства – это главная задача, которую человеческий род должен себе поставить. Восстановление всемирного родства, как говорит об этом Фёдоров. Главное его сочинение так и называется. Вопрос о братстве или родстве, о причинах неродственного, небратского, то есть немирного состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Ну, понятно, что вот первые впечатления, а дальше начинается обычная жизнь, собственно, пока обычный мальчика, а который поступает после того, как отец женился, на попечение своего дяди Константина Ивановича Гагарина. Вот сейчас как раз у меня большая такая проблема, потому что я пишу книжку о Фёдорове для вот жизни замечательных людей, в этой серии «Жизнь замечательных людей». Вот эту книгу начала писать еще вот как раз известнейший исследователь философии Фёдорова и моя мама Светлана Григорьевна Семёнова. Сейчас я эту книгу завершаю. Так вот, главная проблема – найти фотографию дяди. Вот сейчас я пока ищу, так сказать, сведения об этом дяде. Он был предводителем дворянства Шацкого уезда. Вот. Вообще человек, видимо, достаточно известный и замечательный во многом. Даже уже то, что он взял на себя заботу вот о двух братьях Фёдоровых, говорит о многом. Собственно, на его деньги они ведь учились и в Шацком училище, вот оно сохранилось, там на этом здании сейчас памятная доска находится, и в Тамбовской гимназии. Вот здание тоже, кстати, сохранилось, вот пока доски там нет, но я думаю, что когда-то нужно будет обязательно ее установить. Вот. И в Ришельевском лицее в Одессе, это привилегированное было учебное заведение для дворян, куда вообще не так просто было попасть. Но как раз вот Константин Иванович Гагарин, он добился того, что братья Фёдоровы, Александр и Николай, были приняты в это учебное заведение. Два года, с 1849 по 1851 год, они там учатся. Они там учатся. Там, кстати, у них очень интересные, яркие учителя. Это тоже вот такая яркая страница вообще биографии Фёдорова, его образования. Но образование он не получает до конца, не заканчивает его, потому что в 1851 году Константин Иванович Гагарин, его дядя, умирает.
денег на продолжение учебы нет, братьев отчисляют, но не отчисление из училища оказывается таким, так сказать, оказывается катастрофой для Федорова. Катастрофой оказывается смерть близкого человека, катастрофой оказывается смерть его дяди. Вот это вот утрата. Вообще Федоров всегда говорил о том, что вот смерть можно понимать философски, когда мы о смерти размышляем, так сказать, как-то есть смерть или нет, есть ли жизнь после смерти или нет, а смерть можно ощущать, ощущать через утрату. И вот он говорит о том, что вот это вот ощущение утрат, это очень важный вообще для человека, для становления его личности момент. Каждый из нас действительно существо не просто смертное, но когда-то осознающее, что оно смертное, смертное окружающие его близкие. Собственно, не так страшно сознание собственной смертности, которое, в общем, мы по большому счету и не чувствуем, потому что каждый человек обладает вот этим удивительным ощущением бесконечности и не может представить себе, что его когда-то не будет. То есть вот этим он как бы защищен. А вот когда умирает близкий человек, и когда мы реально сталкиваемся вот с этой ситуацией, как говорил Державин, напишет в своей оде на смерть князя Мещерского, где столб был яств, там гроб стоит, вот тогда мы осознаем и понимаем, что смерть существует. И что можно сколько угодно, так сказать, о ней рефлектировать, но когда мы встречаемся с этой разлукой, с этим чувством утраты, мы его испытываем, для нас это нестерпимо, значит, мы говорим о том, что смерть есть зло. И, собственно, Федоров вот из этого исходил, он исходил из этого фактически как бы такого опытного переживания смертности близкого человека. И, в сущности, она полностью переменила его образ жизни, его существо и вообще его образ мысли. Это действительно очень интересно. Вот когда мы с вами изучаем как бы историю мысли, то мы знаем, что вот были такие фигуры. Очень часто это описывается, кстати, в житиях святых. Когда человек вот вел какую-то одну жизнь, и вдруг что-то происходит в его жизни, и радикально меняется все его сознание, все его мировоззрение, он становится другим, он стоит на какой-то другой путь. И вот так произошло с Федором. То есть вот 2 года, во-первых, совершенно выпадает из его биографии, никто не знает вообще, где он в это время находится. Есть разные гипотезы, может быть, он, как вот эти странники, калики, перехожие, ходит, так сказать, вообще по русской земле, из монастыря в монастырь, вот в каком-то таком искании, чаянии вот этого града небесного и беловодья, да, как, собственно, русское вот это народное странничество, русская душа, начало этого Царства Божия на земле. Да, этого какого-то благого строя жизни здесь и теперь, а не где-то в какой-то потусторонней реальности. Никто этого не знает, мы знаем только, что в 1854 году, значит, спустя вот 2 года после этой трагической катастрофы, он сдает экзамен на звание учителя арифметики и геометрии, и начинается его время работы учителя. Период работы учителем очень интересный, с 1854 по 1868 год, когда он был школьным учителем. Вот это вот такая интересная картинка, это школа-храм, на самом деле. Это модель школы-храма, которая, так сказать, вот извлечена из таких вот чертежей, хранящихся в музее архитектуры. Собственно, такие школы-храмы строились в России в конце XIX века. В конце XIX века в тех местах, в тех областях и в тех селах, где не было церкви, не было школы. И вот это одно здание, которое вмещало как бы в себя и школу, и храм. Вот для Федорова образ школы-храма – это как раз то, что, собственно, делает философия космизма в 2 ее ветвях. Естественно, научной и религиозно-философской. Это попытка примирения научной и религиозной картин мира. Чтобы преодолеть этот шизофренический разрыв, когда, скажем, на уроках закона Божия, которые тогда, естественно, были нормой и входили в число предметов, изучавшихся в школе, на предмете закона Божия ребенок узнавал о том, что мир сотворен Творцом, да, в 6 дней, на 6-й день создан был человек, на 7-й день Господь почил отдел, а, скажем, на уроках уже биологии,
вот, естественных наук, он познал совершенно другую картину мира получал. Да? Вот. И как-то нужно было примирить, вот, условно говоря, шестоднев, да, вот, с эволюцией. Как это сделать? Как сделать так, чтобы ребенок на уроках закона Божия, узнавая о том, что мир как бы благ и совершенен и прекрасен, вот, и Господь сотворил этот мир, приходя потом в другой класс, не удивлялся, когда он узнавал о том, что природа стоит на законе борьбы за существование, на вытеснении смерти, вытеснении всяким последующим предыдущего и так далее, на борьбе существ. То есть, понятно, мы, я имею в виду дарвиновскую теорию эволюции. Вот как это применить? Федоров, собственно, это и пытается сделать в своей философии общего дела. Да? Что? Что-то с микрофоном? Шуркается. А он шуркается, наверное. Хорошо. Угу. Хорошо. Так. Позднее, кстати, его ученик Николай Павлович Петерсон именно об этом напишет Достоевскому. Он в 1878 году отправит ему письмо, в котором, которое будет, и статью, которая будет называться «Чем должна быть народная школа», где он будет говорить о том, что, собственно, главная задача вот нового миросозерцания в том, чтобы согласить, чтобы найти согласование между этими двумя картинами мира. Вот. И Достоевский горячо откликнется на эти слова. Так вот, в Липецком уездном училище, это первое место работы Федорова, он служил учителем истории и географии. Учителем истории и географии. У него была особая система преподавания. Во-первых, она была основана на воспитании такого родственного, любовного отношения человека к миру, к природе и к истории, и ко всем другим существам. То есть вот это родственное сознание, которое ребенок получает как бы в семье, он дальше воспитывать пытался его в школе. Поэтому он, кстати, очень резко выступал против системы телесных наказаний в школе, которая была тогда абсолютно распространена. Он защищал своих учеников, он помогал им. Есть рассказ о том, у него, перефразируя слова, евангельские слова, пастырь добрый душу свою полагает за овец, он говорит, учитель добрый душу свою полагает за детей. И заботился о своих вот этих подопечных, существуют рассказы о том, как однажды у одного из его учеников умер, сначала тяжело заболел, а потом умер отец, и Федоров отдал всю свою жалобу на то, чтобы вот отца сначала лечить, а потом похоронить. И первые сведения о истории ребенок получал из исследования места, в котором он живет. Вот то, что мы сейчас называем краеведением, для Москвы называем москвоведением, то, что Федоров называл местной историей. Вот с этого он начинал историческое знание. Он говорил о том, что иначе история для нас отвлечена, иначе история для нас, она не касается нас, ну что нам, так сказать, до Александра Македонского, который когда-то завоевывал огромные империи, что нам до Петра Первого, да, что нам там для какой-нибудь англо-американской войны. А краеведение, история места – это то, что касается нас, потому что это история и нашего рода, и место, где жили наши предки, где проходила жизнь наших родителей, дедушек и бабушек, где их родные могилы. Федоров писал буквально так, и почему воспитание не начинается у могил прадедов или прапрадедов, почему не начинается сознание того, что он ребенок не сын только живых родителей, но и внук, правнук умерших дедов и прадедов. Вот это первые сведения об истории, которые ребенок постигает через, собственно, обращение к истории своей семьи, где разные поколения со своей историей, разные поколения дедушек и бабушек, на которых он там оказывается, например, интересно похож, какие-то черты, которых он наследует, может быть, какие-то привычки, увлечения или продолжает их дело и так далее. Это когда человек себя ощущает уже не каким-то перекати поля, не вот этим дубовым листком, да, как говорит Лермонтов, оторвавшимся от ветки родимой, а он ощущает вот к этому огромному древу рода.
И отсюда Федоров говорил, что это очень важно для человека, в том числе и уже во взрослой его жизни, и вообще в его действии в мире, потому что человек, который осознает себя членом вот этой огромного, так сказать, целого, вынесшего его к бытию, в котором была своя большая история, он чувствует ответственность вот перед всеми этими поколениями предков за свою собственную жизнь и за то, чтобы эта жизнь продолжалась. Вот. И вот от этого родового сознания Федоров шел к исследованию, как я уже говорю, родного края, истории места. Причем для него, конечно, это такая личностная и живая история. Он всегда говорил о том, что именно в местной истории мы постигаем историю в лицах. Не историю, как, так сказать, что-то отвлеченное, где воюют какие-то армии, понимаете, там полководцы ведут, допустим, эти войска там на штурм того или на те или иные бастионы, да, на штурм тех или иных крепостей. А это живая история, когда мы узнаем, что вот тот или иной человек, вот он принимал участие в исторических событиях, что вот этот человек, я его знаю, он мне интересен. И встает вот это полотно истории, лучащееся судьбами конкретных людей. То есть вот это вот история, как такой собор лиц, прошедших, живущих ныне и тех, кому жить. Вот, вот так у Федоров как бы историю. География, значит, первые сведения о родном крае, изучение истории и географии места. Вот как мы узнаем географию? Он выходил со своими учениками исследовать край. И это было очень важно. Федоров считал, что вообще знание, оно должно человеком добываться, оно не должно как-то так вот на блюдечке с голубой каемочкой ему преподноситься, а человек должен быть исследователем, он должен стать в активную позицию. Он, например, вообще не любил учебники. Вот все эти учебники он их отставлял в сторону, и через опыт, через труд, через пробуждение активности ребенка, вот через это он действовал. Это было для него, был такой принципиальный для него момент. Развитие активности учащейся в процессе познания. География говорит нам о земле как о жилище человеческого рода, история о ней как о кладбище. Тоже такая вот красивая у него формула. И третий предмет, который он ставил тоже в основание обучения и формирования у ребенка целостной картины мира, это астрономия. Вот у него есть такая очень красивая формула: закрыв от себя небо, нынешняя городская школа может быть уподоблена каюте, в которой пассажиры остаются во все время переезда через океан. Наше же образование может быть уподоблено выходу на палубу. Мы действительно представим себе, что вот мы совершаем трансатлантический рейс, закрылись в каюте, как, кстати, очень часто делает современная молодежь, и там что там, сидим в своих гаджетах, что-то смотрим, там общаемся в Фейсбуке. Вот. То есть мы сами для себя как бы закрыли вот этот горизонт живого мира. А когда мы выходим на палубу, мы видим эти огромные звезды, мы плывем, мы, так сказать, смотрим вокруг нас, и частое пребывание на палубе, то есть на вышке. Что такое вышка? Вышка – это, собственно, маленькая обсерватория, которая, с точки зрения Федорова, должна быть при каждой школе. Вот у него был такой проект «Устройство астрономических наблюдений при каждой школе». Это к вопросу о том, что астрономия ныне у нас из школьных предметов изгнана. Но, между прочим, сейчас, кстати, московский планетарий, он предпринял очень важную акцию. Он сейчас собирает подписи за возвращение астрономии в школу. И вот вы все, в общем, можете к этому присоединиться. Это, конечно, очень важный момент. Уже много было попыток вернуть астрономию, много было и ходатайств, и петиций, обращений учителей и людей. И вот теперь еще новый виток. Так вот, Федоров еще в 19 веке, он говорил о том, что астрономические наблюдения должны быть при каждой школе. И вот частое пребывание на палубе, то есть на вышке, даст учащемуся почувствовать себя пловцом, то прорезывающим своим движением на земном корабле хвосты комет и осыпаемым целым ливнем падающих звезд, то плывущим через пустыни неба, где лишь изредка упадет несколько капель космической материи или пыли. Астрономия. Более того, для него астрономия – это предмет, который как бы вбирает в себя все предметы, вбирает в себя все науки, потому что астрономия – это знание Вселенной.
И она как бы как вот большая матрешка, в которую собираются все остальные знания о мире. Синтез наук в астрономии, так он будет говорить о науке будущего. Наука будущего – это синтез всех наук в астрономии. То есть в науке о Вселенной, и не просто об устройстве Вселенной, а в науке, которая, соединяясь, скажем, с антропологией, с учением о человеке, она говорит о будущем, будущей роли человека во Вселенной, да, соединяясь там, скажем, с биологией, она говорит о жизни во Вселенной и так далее. Вот, соединяясь с историей, она говорит вот об этом, так сказать, поприще человеческого рода, о будущем, да, и об истории исследования человеком Вселенной и так далее. Так, ну вот астрономия, да. И вот там во время, собственно, его работы учителем у него появляется первый ученик. Правда, он появляется не в Липецке, а в другом городе, Богородске, куда Федоров попадает уже в, с 1857 года. Кстати, он уходит из Липецкого училища, собственно, не поладив с училищным начальством. Он три года там работает, но поскольку он постоянно защищает детей, то, в общем, его в конце концов из этой школы выживают. А потом он переезжает в Богородск, где его очень ценят, нынешний Ногинск. И вот там он встречает своего ученика Николая Павловича Петерсона, который станет его ближайшим последователем. Тоже одна важнейшая на самом деле встреча, которая задает какой-то вектор как бы социальной философии Федорова, его философии истории. Вот видите, я вам пытаюсь как-то рассказать жизнь, собственно, учение Федорова как бы сквозь призму его биографии, сквозь призму каких-то вех его жизни. Это действительно очень интересно. Вот Николай Павлович Петерсон, кто это такой? Он ишутинец. То есть он из этого ишутинского кружка, из которого вышел Дмитрий Каракозов, стрелявший в Александра II. Да? Вот это знаменитое покушение 1866 года. Да. Вот Николай Павлович Петерсон, ишутинец, революционер. Человек, который приехал в этот самый город Богород с целью вести пропаганду революционно-социалистических идей. И вот он узнает, он думает, кому же ему первым пойти. И тут он узнает, что есть такой совершенно удивительный, замечательный учитель Николай Федорович Федоров, который аскет, а Федоров действительно вел такой подвижнический образ жизни, аскет, отдает все свое жалование нуждающимся, спит на голом сундуке без подушки. И прозвучало такое слово, которое, естественно, заставило сердце Петерсона, читавшего Чернышевского, что делать, трепыхаться и биться так неровно, похож на Рахметова, было сказано. Но тут он, конечно, Федорову тут же пошел в первый же день, вот это интересно, в первый же день, по его воспоминаниям, в этот листок воспоминаний Петерсона, в первый же день он отправился к Федорову. И первым делом пришел к нему и спросил, выписываете ли журнал «Современник», который был, собственно, главным органом, да, вот, демократического движения в России. «Современник» мы не выписываем, ответил ему Федор. Вот так завязался разговор. И, собственно, разговор шел в таком ключе. То есть Федоров, Петерсон ему говорил о том, что вот необходимо бороться за социальную справедливость, так сказать, и прочее, прочее, прочее. А Федоров ему на это отвечал. Не понимаю, о чем вы хлопочете. Вы хотите вот вашей борьбой за социальную справедливость доставить материальное благосостояние огромному числу людей. Но при этом вы сами, желая доставить это материальное благосостояние огромному числу людей, от него отказываетесь. Вы готовы отказаться от всего, ну понятно, да, революционный аскетизм, пойти на крест, на костер, даже отказаться от собственной жизни. Значит, материальное благосостояние – это не такая уж высокая цель сама по себе. Вот это материальная радость. Вот. Дальше он задает ему следующий вопрос. И вообще, возможно ли счастье, материальное благосостояние, если человек смертен? И свободен ли тогда реальный человек? Вы боретесь за свободу. На что тогда? Какая же свобода у человека? Свобода на то, чтобы умереть? И вот такими вот вопросами он абсолютно как бы сдвинул его вот этот ракурс видения. То есть Петерсону казалось, что борьба за социальную справедливость, она решит все вопросы. Так потом будет казаться в философии марксизма и большевизма, когда вот, так сказать, устроим справедливое общество, и все проблемы решатся. А Федоров призывает посмотреть глубже. Он призывает посмотреть в
в природное основание социальной жизни. Он говорит о том, что человек существо от природы не, которое оторвать от природы нельзя. И с его точки зрения ошибка всех реформаторов в том, что они пытаются как бы работать только в истории, они пытаются работать только с социумом, они пытаются создавать совершенный строй отношений с тем, что вот этот совершенный строй, вот эта как бы надстройка, она базируется на таком очень дисгармоничном природном базисе. Потому что сама природа, она стоит вот на этом законе взаимного стеснения, вытеснения, пожирания, смерти, борьбы. Сам человек – существо природное, в котором очень много как бы вот этих, так сказать, моментов негативных, борьбы, соперничества, вытеснения, то есть вот эта вот звериность, как бы, да, которая связывает его с его предками уже в животном мире, она в нем живет. Человек – существо, в сердце которого, как говорит Достоевский, дьявол с Богом борется, сложное существо, существо противоречивое, существо дисгармоничное, и, кроме того, еще наделенное даром свободы, что тоже важно. Вот. Дар свободы – это фундаментальное свойство человека. Человек – существо неокорачиваемое. Как будет Достоевский говорить в собственно, своих записках из подполья, человек – не фортепианная клавиша. Человек часто иррационален. И как бы с таким человеком, вот не гармонизовав его природу, не призвав его самого как бы к внутренней гармонизации, на вот этом вот абсолютно взрывном базисе природы, который постоянно взрывается какими-то катаклизмами, там, болезнями, эпидемиями, наводнениями, цунами и так далее, вы создадите вот это совершенное общество. При том, что человек еще не хочет делаться братом другого. Вот Достоевский, с которым у Федорова очень много общего, они современники, он в 1862 году он пишет такой публицистический текст, который называется «Зимние заметки о летних впечатлениях», где он говорит о том, что критикует как раз вот идеи социализма, собственно, с каких позиций? Именно с этих. Он говорит о том, что в природе человека нет братства, в природе человека нет братского чувства. То есть оно есть, но оно должно быть воспитываемо, взращиваемо в нем. А если в человеке нет братства, вот он не хочет делаться братом другому, как вы его заставите? Как вы соедините людей в общество, как говорит Достоевский, с целью спасти животишки? Вот. И там появляется такая фигура социалиста, которая начинает уговаривать на братство. Уговаривать, потом принуждать к братству и присоединяет в конце концов вот к этой формуле свобода, равенство, братство, четвертый словечко, улямор, да, или смерть, и пойдут братья откалывать головы братьям, чтобы просить получить через гражданское учреждение братство. В натуре человека нет братства. Чтобы сделать рагу из зайца, как говорит Достоевский, нужно иметь прежде всего зайца. Если зайца нет, то никакого рагу вы не сделаете. Вот Федоров в близком ключе разговаривал с Петерсоном. Это действительно очень интересно. Вот эти зимние заметки о летних впечатлениях, это 62-й год. Федоров с Петерсоном беседует в 64-м. Может быть, он читал эти зимние заметки о летних впечатлениях. Во всяком случае, вот логика мысли у него близка. И Федоров раскрывает Петерсону вот эти новые горизонты. Он рисует ему человеческое общество, которое, он говорит о том, что человек вот в истории, он не должен пренебрегать вниманием к тому, что происходит в природе и что происходит в нем самом. То есть только гармонизовав природу, и тут у Федорова появляется очень важное понятие регуляции природы, мы сможем как бы устроить совершенный социум. Одна из важнейших частей регуляции природы – это как раз победа над смертью. Это вообще победа над какой-то стихийностью, слепотой в природе человека. И вот только когда человек это в себе преодолеет, только тогда он сможет построить совершенный социум. И каков его образец? Вот, каков его образец? Его образец... Так, вот сейчас только я боюсь, что мы сейчас опять... Ну ладно, сейчас я дойду до этого. Да. Вот, Федоров видит как раз Пресвятой Троицы. Вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Да? Вот эта вот божественная ячейка, тоже божественная семья, она для Федорова становится как бы образцом единства человечества, потому что в Троице, как он говорил, нет причин смерти, заключаются все условия бессмертия. Принцип Троицы – любовь, и каждое лицо Троицы друг с другом соединено вот неслиянно, нераздельно, как бы связью любви
и связью творчества, потому что именно Троица как бы творит этот мир. Так вот, так, сейчас мы вернемся назад. Вот Петерсон. И Петерсон становится его учеником, первым учеником. Не разрушение и смерть, а жизнь бесконечная проповедовал Николай Федорович, и я отвернулся от прежней своей деятельности. И вот становится Федоров идеальным библиотекарем. Это следующий этап его биографии. Значит, 14 лет отдал школе, а потом он переезжает в Москву и начинает работать вот в библиотеке Московского и публичного и Румянцевского музеев. Это нынешняя Российская государственная библиотека. Да вот, а до того, как он переходит туда работать, туда он приходит в 1874 году, он еще несколько лет работает в Чертковской библиотеке. Сейчас книги Чертковки находятся в Государственной исторической библиотеке, вот как раз на метро Китай-Город, там фонды Чертковки. Чертковская библиотека, которая была создана замечательным деятелем русским Чертковым, это была библиотека, в которой все собиралось, что было когда-либо написано о России. И вот в этой Чертковской библиотеке под руководством историка Петра Ивановича, тут опять опечатка Павел, Петра Ивановича Бартенева, работает у нас Федоров. И вот этот самый Московский публичный Румянский музей, куда он переходит уже после, так сказать, вот после своей работы в Чертковке. Он был удивительным библиотекарем. Вот, собственно, я говорила о том, что одна из важнейших категорий его философии, ценностных таких этических категорий, это категория родства. Вот еще одна важная категория – это категория памяти. Он говорит о том, что человек – единственное существо в природе, которое осознанно хранит память, которое как бы пытается связать эту цепь времен, собственно, историческое знание отсюда. Отсюда музеи, отсюда библиотеки, отсюда культура. Собственно, обращаясь к началу человечества, Федоров говорит, будет о том, что вообще вся человеческая культура – это как бы попытка мнимого воскрешения, попытка остановить время. Физически мы укладываем умершего в землю, но тут же мы ставим ему памятник. Да? Вот, мы вспоминаем с вами, собственно, Фаюмский портрет этот замечательный, да, когда вот эти вот умершие глядят на нас из вечности. Вот вся человеческая культура – попытка остановить время, запечатлеть бывшее когда-то, но уже не существующее теперь. Попытка воздвигнуть вот барьер этой реки времен, которая топит в пропасти забвения все, как говорит Державин. И вот библиотека – это как раз пространство памяти. Библиотека – это пространство осознанного сохранения и трансляции памяти. И Федоров стал, собственно, библиотекарем главной нашей библиотеки, которая и сейчас хранит обязательный экземпляр. То есть все, что когда-либо выходит у нас, все поступает в эту библиотеку, и в ней хранится все знание. И вот удивительным был библиотекарем, который, кстати, и здесь осуществлял вот эти свои как бы функции автодидакта, что, собственно, проявилось потом на Циолковском, к чему я скоро перейду. Вот это каталожное Румянцевского музея, где он работал, куда к нему, собственно, приходили выдающиеся его современники. Лев Толстой, Владимир Соловьев, вот, Афанасий Фет и другие. Вот это самое блестящая троица, Федоров, Соловьев и Толстой, три философа. Так нарисовал, запечатлел их как раз художник Леонид Осипович Пастернак, отец, между прочим, нашего поэта Бориса Пастернака. Вообще авторитет Федорова в библиотеке был настолько высок, что хотя он занимал достаточно скромную должность, он по бумагам числился дежурным чиновником при читальном зале, хотя на самом деле заведовал каталогом и вообще был библиографом. Называя библиографию ключами знания, потому что библиография – это как бы навигация вообще по знанию, она знание нам структурирует и организует, и ведет нас, как бы, так сказать, вот к нужной нам книге. Вот так вот. А его Пастернак называет директором библиотеки в своих воспоминаниях, заведовал тогда огромным Румянцевским музеем, небольшой старичок, в такой длинной кофте кацавейки, вот, с благообразным таким видом, взглядом черных глаз, с него можно было писать Франциско Ассизского. Вообще вспоминали современники о том, что Федорова, конечно, поскольку он был еще такой аскет, вот, и праведник по жизни, и не привязывавшийся никаким материальным благом, что тоже совершенно понятно, потому что для него это все как бы мишурное дело. Потому что, ну, как еще Толстой, который в этом ему близок, в
своей знаменитой, много ли человеку земли нужно, да, то есть вот перед лицом как бы смерти, перед лицом конца, вот все то, чем мы себя обставляем, так сказать, вот в истории, культуре, в нашей жизни, вся эта цивилизация мануфактурных игрушек, как он говорил, она, в общем, не прочна, она не шурна, она не составляет ценности жизни. У него очень много было таких ярких афоризмов у Федорова. Он очень любил говорить: не гордись тряпкой, завтра будешь ветошкой. И сам он действительно вот сделал для себя этот какой-то внутренний выбор не соблазняться вот всей этой красивой упаковкой мира, которая скрывает под собой тление. Вот не обольщаться этим. Не обольщаться этой мишурностью жизни, вот этим вот античным принципом «carpe diem», да, «лови момент». Вот он не соблазнялся. И это, кстати, оценил в нем именно Толстой, который в 1881 году, приехав в Москву из Ясной Поляны, в разгар своего душевного кризиса, ведь именно об этом думал, он записывает в дневнике с ужасом, что вот все устраиваются, когда же начнут жить? Все живут не для того, чтобы жить, а для того, чтобы как люди. Ну, то есть, чтобы как у людей, да, как у нас говорят. Вот как у людей. И вдруг он приходит в Румянцевский музей. Потому что когда-то Николай Павлович Петерсон рассказал ему о Федорове. А дело в том, что Петерсон, вот этот самый Ишутинец Петерсон, до того, как он стал Ишутинцем, он некоторое время работал учителем яснополянских школ Толстого. И там он познакомился с Толстым. И потом поддерживал с ним отношения. И вот как-то однажды они встретились просто на одной железнодорожной станции в 1878 году, в 1878 году, и просто Петерсон рассказал ему о Федорове. И вот тогда как-то запало этот рассказ в душу Толстого, и когда он пришел, в 1881 году приехал в Москву, вот у него такой внутренний раздрайв, он пришел в Румянский музей и сказал: я знаю Петерсона. И так они познакомились с Федоровым, и начался длинный, очень интересный, такой творческий, динамичный этап их отношений. Это такая была дружба-вражда, это был и диалог напряженный, идейно-творческий, и мощная полемика. Вот. И при этом вот была эта общность как раз в отношении к смерти, которая есть величайший разоблачитель вот всей этой мишурности жизни. Вот так Толстой, так у Толстого мы это знаем. Мы вспоминаем смерть Ивана Ильича там, после Бау, мы вспоминаем его «Три смерти» и так далее. То есть смерть — это вот то, перед чем... А истина — смерть, арзамасский ужас Толстого, знаменитое это его описание, да, арзамасского ужаса. «Кого ты боишься? Меня», — отвечал голос смерти. Вот, то есть вот этот вот арзамасский ужас, который разоблачает мишурность жизни. И так для Толстого, и так и для Федора. Федоров, он еще, конечно, поразил Толстого еще и своей вот этой действительно абсолютно естественной простотой. Мы знаем, как Толстому было трудно. Вот он шел к прощению, он мучился, он не мог отказаться от этой барской жизни. Вот. Не потому, что ему это было трудно, а потому, что была еще среда вокруг него и так далее. А Николай Федорович святой, каморка, исполнять, это само собой разумеется. Нет белья, не хочет жалования, нет белья, нет постели. Так он описывает образ жизни Федорова. Федоров, кстати, действительно все свое жалование раздавал нуждающимся. 20 числа к нему являлись у него пенсионеры, как их называли, Николая Федоровича, которым он раздавал все деньги. И когда, если кто-то являлся на следующий день, он очень сильно сердился и говорил: неужели вы думаете, что я держу эту пакость? Вот это вот такое его отношение вообще как бы вот ко всем этим, так сказать, товарно-денежным отношениям и к юридико-экономическому устройству общества, которое порождает неродственность, порождает борьбу, порождает вражду, которая делает человека заложником этой формулы товар, деньги, товар. Он вообще был, конечно, резким критиком капитализма, потому что он считал, что капиталистический строй, он как бы человека превращает вот в раба этой формулы. Более того, капиталистический строй, который вообще не видит в человеке личности. И он говорит о этом самом фабричном рабочем, который 6 дней должен работать на фабрике, как он говорит, оставляя голову где-то, так сказать, дома, а потом в воскресенье он тоже ей не пользуется, потому что он пытается, значит, как-то залить свое горе вином, там, водкой и так далее. Вот. А
принцип-то Федорова и его отношение к человеку. Каждый человек, он вообще не может быть человек каким-то, так сказать, колесиком и винтиком вот этой какой-то огромной, так сказать, машины прогресса или торгово-промышленного производства. Каждый человек – это прежде всего личность, призванная к развитию, призванная к творчеству, призванная к творческому действию вместе с другими людьми. То есть вот этот персонализм Федорова, он очень важен, и это делало его критиком, конечно, капитализма, потому что там вот это глубинное социальное разделение, и еще и принцип эксплуатации, который Федорову казался, конечно, калькой вообще вот с этих самых падших законов природы. Позднее его ученик, ну такой духовный ученик, потому что он с Федоровым не был знаком, но читал его труды, Николай Александрович Ситницкий, уже в 20-е годы 20 века он напишет такую работу «Капиталистический строй в изображении Федорова», где он как раз, и потом напишет еще такую работу «Эксплуатация», где он скажет, что принцип эксплуатации, он не касается только социальных отношений. Это вообще как бы принцип вот этого самого наличного природного порядка вещей, где всякое последующее вытесняет предыдущего, одни особи как бы паразитируют на других, живут за счет других, там одни вытесняют вторых, вторые третьих, третьи четвертых и так далее. И то есть фактически капитализм он просто узаконивает уже в системе, собственно, экономических отношений, социальных отношений, вот эту вот внутривидовую борьбу и разлом. Вот. И поэтому капитализм для Федорова это вообще абсолютно падший такой порядок устроения социума. Конечно, с этой точки зрения социализм ближе ну, некоему должному типу вещей. Но главный изъян социализма, с которым, собственно, спорит Федоров, это то, что социализм стремится, как бы, так сказать, сделать смертного счастливым. То есть человека, над которым висит этот дамоклов меч конца, как-то привести ему какому-то равенству и счастью. Вот он тоже считал, что это невозможно, что, ну и кроме того, конечно, его сильно смущал вот такой вот атеистический социализм, поскольку сам Федоров был философом как бы христианской картины мира, вот, и родоначальником как раз вот традиции активного творческого христианства. То есть, казалось бы, вы зададите вопрос, как вообще может человек возвращать жизнь умершим, почему он может это делать, ведь это только Бог должен делать. И, собственно, мы так и знаем, что в христианском учении, в финале времен, так сказать, Господь возвращает жизнь всем умершим. Тем не менее, Федоров, он вот иначе смотрит на этот самый процесс истории. Он говорит о том, что человек, как существо свободное и творческое, и как бы, которое находится в отношении к Богу, в отношениях сыновства, да, отечества и сыновства, он должен стать сотрудником, соработником Бога вот в деле, как он говорит, восстановления мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения. То есть тот рай, который был как бы в начале творения, он должен быть восстановлен при участии человека, и, собственно, в этом и состоит смысл истории. Вот Федоров, он и начинает вот в русской мысли вот эту идею как бы оправдания истории, понимания истории как такой совокупной творческой работы спасения, осуществление царствия Христова, да, во всей полноте вот этого исторического природного бытия. Это его мысли, его роднит именно с Владимиром Соловьевым. Вот, кстати, Соловьев познакомился с идеями Федора в 82 году и, как бы, как он писал, прочел их как бы за свои. Так, движемся дальше. Движемся к Достоевскому. Федор Михайлович Достоевский – это вот их третий, собственно, современник Федорова. Я уже говорила, Соловьев, Толстой, да. У Соловьева с чем еще, то есть просто два слова еще, что их объединяет с Соловьевым. Поскольку Соловьева мы тоже относим вот к этому христианскому космизму, у Соловьева как раз Соловьев вслед за Федоровым делает вот эту попытку как бы примирения научной и религиозной картины мира. Федоров говорит о том, что природа в человеке начинает не только сознавать себя, но и управлять собой. Вот это формула Федорова. Да? То есть человек является звеном вот этого восходящего процесса развития, природа выносит его в бытие, он разум самосознания природы, и он должен этот разум внести в природу. Он должен установить в природе вот этот новый совершенный нравственный строй отношений, который, кстати, как идеал явлен ему как раз в христианском образе Царства Небесного, где там лань возляжет рядом с волком и так далее, да, и не будет вот уже этой розни и борьбы существ. А обращаясь к христианской картине мира, он говорит о том, что
Бог создает человека по своему образу и подобию, и, как он говорит, учит его эвристически. То есть человек должен сам додуматься до своего соучастия в деле Божьем, и человек обладает вот творческой природой, которая есть как бы искра Божия в нем, которую он должен в себе развить уже коллективно, или как, если пользоваться христианским термином, соборно, то есть со всеми и для всех участвовать вот в этом общем деле. Соловьев. Соловьев очень много берет у Федорова. Значит, он берет и эту идею человека как вот этой вершины природного развития. При этом он пытается как бы само, как он говорит, воплощение божественной истины в мире, сам, как он говорит, вот этот божественный процесс развития представить как такой восходящий процесс развития. Сам шестоднев прочитать как вот некие какие-то большие такие эпохи развития, эволюционные эпохи. Он говорит в своей работе «Красота в природе» о том, как медленно и неуклонно вот закон, духовный закон, как бы овладевает материальной формой, с такими муками, какими-то и тупиками невоплощенных и недовоплощенных сознаний, и пытается обрести совершенную форму, и в конечном итоге обретает ее в человеке. То человек, как он говорит, самое прекрасное и самое сознательное природное существо. Но человек в нынешней его природе тоже не венец, он должен идти как бы к более высокому уровню развития, образ которого дал данному, конечно, фигуре Христа, которую как раз Достоевский назовет идеалом человека во плоти. И вот у Соловьева появится формула бога-человечества. То есть он задает этот вектор движения нынешнего, смертного, так сказать, противоречивого, враждующего себе подобным человечеству, которое никак не может устроиться на этой земле, эту природу эксплуатирует, разоряет и так далее, к Богу человечеству, то есть уже к новому совершенному строю реальности, вот, которое во всем как бы природно-космическом бытии должно действовать. И вот у нас Достоевский, который знакомится с идеями Федорова уже в финале жизни, в 1878 году. Когда он работает, начинает над романом «Братья Карамазовы». Вот он получает письмо от Петерсона, который излагает ему идеи Федорова и горячо на них реагирует. Кто этот мыслитель, мысли которого вы мне передали, он слишком заинтересовал меня. Скажу также, что совершенно согласен с этими мыслями, их я прочел как бы за свои. Вот это «их я прочел как бы за свои» – очень интересная формула. Достоевский, причем как художник, такой достаточно смелый, он сразу же пытается над главной идеей Федорова поставить некий такой философский художественный эксперимент. Ну, главная идея Федорова, как я уже сказала, преодоление смерти. Человек, человеческий род, вот в союзе всех своих сущностных сил, наука, культура, политика, экономика, образование, то есть все сферы дела и творчества человека должны объединиться вокруг этой задачи. Синтез всех наук, да, решение загадки жизни. Продление жизни человека, регуляция природы, преображение природы человека, преодоление смерти, возвращение жизни умершего. То есть такая огромная задача. Значит, истекает она у Федорова из чувства любви. То есть понятно, что заставить человека воскрешать невозможно. Человек может только свободно этого захотеть, если он любящее существо, если он любит своих близких. Значит, из любви сынов к отцам. Поэтому Федоров и полагал вообще эту любовь между сынами и отцами в основании нравственности, и более того, даже говорил о том, что это вообще сверхприродное качество, как и дар творчества, как и дар памяти, потому что это то, что как бы вспять к процессу природного развития нас ставить. Природа, она стремит свои сознания вперед и только вперед. Природа не знает личности, природе личность не интересна. В природе только родовой закон, да, закон родового бессмертия. А вот человек, он как раз обладает и личностной памятью, и любовью к уходящему, слабеющему. В природе-то слабеющее должно отбраковываться. Там закон безжалостный. То есть борьбы за существование, слабые, неприспособленные, умирают. Человек, он против этого закона идет. Вообще всем своим, собственно, строем жизни, всей своей этикой он как раз говорит о том, что нет, что каждая личность, какая бы она ни была, какими бы стартовыми условиями, в том числе и физическими, она не обладала, она призвана к развитию, к жизни, нельзя ей пренебрегать, нельзя ее унижать и так далее. То есть совершенно другой закон. Так вот, в основе этого любовь, конечно, любовь к человеку. Другому человеку. То есть важнейший такой божественный принцип, потому что это, как я уже говорила, принцип Троицы. Так вот, хорошо,
Но ведь не все же, как мы уже знаем, не всякое семейство прекрасно, есть и случайные семейства. И вот Достоевский делает такой эксперимент. Он берет семейство Карамазовых, в которых отец не заботится о своих детях, в которых отец такое, в общем, существо достаточно жалкое, вот такой старый развратник, вообще шут, как он говорит, и так далее. И вот трое братьев, и мы знаем еще один побочный брат, и совершаются отцеубийства. Собственно, главный сюжет братьев Карамазовых – это отцеубийство. Отцеубийство. И вот Достоевский как бы пытается понять, вот что, если такой отец, нужно ли его любить, можно ли его любить, или нужно относиться к нему так, как говорит средний сын, вот этот, так сказать, идейный убийца Иван Карамазов, который говорит о вражде отца со старшим его братом Дмитрием, один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога. То есть так. И получается, что нет, получается, что это убийство, оно разрушает жизнь и Дмитрия Карамазова, который отца не убивал, но как бы роптал в сердце своем и замышлял, и писал своей вот этой невесте Катерине Ивановне, что пойду, в пьяном хоть виде писал, но писал, пойду к отцу, проломлю ему голову, только бы уехал Иван, и буквально вот по этой как бы кальке, этот, то, что осталось, то, что написано пером, оказалось не вырублено топором, потому что Смердяков именно вот по этой схеме совершил убийство. Иван Карамазов, который идейный убийца, который говорит, Бога нет, и все позволено, да, и слушает Смердяков и мотает себе на ус, и потом совершает убийство, и говорит, вы-то главный убийца есть, а я был только вашим Личардой верным. У него происходит колоссальнейшее внутренний разлом всего его существа, он практически сходит с ума, потому что, как скажет о нем старец Зосима, глубокая совесть в нем это бьется, он глубинно переживает вот эту свою вину, вот это чувство вины в смерти отца и так далее. И только вот третий сын, Алеша Карамазов, который нелицемерно любит отца, как бы несмотря на, он пробуждает в отце доброе, как вы помните. И вот именно это основа основ человеческих отношений. В подготовительных материалах братьев Карамазовых это запись семейства как практическое начало любви. Более того, там появляется идея такого расширяющегося семейства. Семейство расширяется, вступают и неродные, заткалось начало нового организма. Там в келье старца Зосимы вот, разговор должен был первоначально идти именно об этом. Там Дмитрий Карамазов, он должен был спросить старца, как мне научиться любить. И тот ему должен был ответить, учитесь любить с родственников. На родственников учитесь любви. Вот очень важная такая форма. То есть вот Достоевский фактически, как бы испытывая Федоровскую идею на прочность, признает ее правду, и в финале романа звучит вот это главное обетование воскресения, непременно восстанем, непременно увидим и радостно, весело расскажем друг другу все, что было. Ну и еще одна важная вот как раз идея, которая сближает и Федорова, и Достоевского, это идея вот этого нового строя бытия, принципом которого является Троица. Вот у Соловьева этот принцип звучит как всеединство. То есть мир, который собирается вокруг Бога и вокруг человека, мир, в котором уже нет вытеснений, нет борьбы, нет, так сказать, розни существ и взаимного пожирания, это падший порядок реальности, который Федоров считал необходимо человечеству преодолеть во всем универсуме. Поэтому, так сказать, вот эти задачи преодоления смерти и регуляции природы, они для него не ограничиваются только Землей, они распространяются на весь огромный космос. Он говорит о том, что мы не можем их решить в пределах только Земли. Земля – это космическое тело, процессы, протекающие на Земле, зависят от процессов, протекающих во Вселенной. И поэтому эта задача, задача победы над смертью, она связана с задачей управления всей Вселенной, процессами, протекающими вообще в природе и в бытии. Так, ну, сейчас мы уже перейдем с вами к Циолковскому. Так, вот к этой самой знаменитой встрече Федорова Циолковского. Вот я, кстати, вам покажу его «Философию общего дела». Вот здесь таких тоже две его этических формулы: добро и сохранение жизни живущим, возвращение утеряющему, потерявшему жизнь. И жить нужно не для себя, не для других, а со всеми и для всех. Это, собственно, как бы этика общего дела. Этика общего дела. А, собственно, дальше вот эти два этических принципа, они становятся теми принципами, которые ложатся для Федорова в основании человеческого социума и в основании развития вообще мира и развития всех отраслей нашего знания, науки, культуры и так далее.
у Федорова, он вообще огромное значение придавал научному знанию. Он считал, что вообще научное знание не противоречит познанию мира, не противоречит заданию человека в мире, в том числе и христианскому заданию в мире. Мы в прошлый раз говорили с вами о Ломоносове, который в своем письме о пользе стекла говорит о том же, о том, что познание мира, оно наоборот человеку как бы заповедано Творцом, который дает ему заповедь обладание землей, владычество над миром, управление этим миром, необходимость быть в нем добрым хозяином. Так вот, Федоров как раз об этом говорит, о том, что научное знание, оно возглавляется, собственно, вот идеалом, который дает человеку, кстати, религиозные чувства, потому что именно религия для него – это как раз сфера идеала творчества, сфера творчества идеала. Именно в религии человек определяет для себя предельные высшие цели. Вот. И религия, она как бы ведет за собой науку, и наука соединяется еще и с искусством, потому что если религия дает цель, наука дает средства осуществления, да, этой цели, то искусство, оно дает прекрасную форму, оно дает образ. Да? Мы знаем, что вообще Федоров большое значение придавал искусству, потому что еще и в искусстве оно еще может нарисовать вам образ будущего мира, какие-то грезы вот об этом будущем, и призвать, и вдохновить вас к нему. Также будет потом говорить и Соловьев, он скажет о том, что нынешнее искусство должно стать переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. Но у Федорова были еще и идеи искусства будущего, которое реально будет преображать этот мир. Оно будет работать не только уже как бы с деревом, камнем и полотном, а вообще со всей Вселенной. И, собственно, искусство русского авангарда, оно во многом стоит на этих идеях. Мы потом поговорим об этом, когда дойдем до 20 века. Вот эта схема чертеж супраморализма, вот его образ Вселенной, переходящий из состояния розни, распадения и вражды, где борьба и смерть, эгоизм убиваемый, альтруизм убиваемый, эгоизм убивающий, где родители, отцы и матери, и вытесняющие их сыны, где братоубийство, смерть, вражда, война, и переход от слепоты и неволи к самовосознанию, самоуправлению, то есть уже к новому строю реальности, где многоединство, как раз по образу Троицы, да, где жизнь не для себя и не для других, а со всеми и для всех, где превращение природы в мироздание, то есть реально мироздание, да, в здание мира, объединение миров, населяемых, как он говорит, всеми воскрешенными поколениями. И у него есть, так в его работе супраморализм, это поздняя его работа 1902 года, там есть образ человечества, которое становится таким многоединым как бы художником мироздания, уже коллективным таким творцом вот, во всей Вселенной, творящим и притворяющим мир. Вот это вот схема, рисунок изображения всеобщего дела воскрешения. Мы переходим к его младшему современнику Константину Эдуардовичу Циолковскому. Константин Циолковский, гражданин Вселенной, как он сам себя называл, великий мечтатель. Он, собственно, вот этот образ мечты и такую творческую сущность мечты он очень хорошо обозначил, когда написал: сначала идет мысль, фантазия, сказка, за ней научные расчеты, затем исполнение венчает мысль. Вот Константин Эдуардович Циолковский именно так и прожил. То есть сначала идет мысль, фантазия, сказка. Он действительно был великим мечтателем. Вот. Мы его больше знаем все как, так сказать, творца ракеты прежде всего. И вошел он как отец космонавтики, но он был еще и автором космической философии. И вообще наследие его огромное. Это не только научно-технические труды, не только изобретения, но это и философские работы, философские сочинения, научно-фантастические произведения. Вот я вам всем могу порекомендовать. Вышел вот некоторое время назад, это можно и в сети найти, «Вне Земли», «Грёзы о Земле и небе», «Эффект всемирного тяготения», вообще сборник его научно-фантастических произведений. Кроме того, он был автором целого ряда философских брошюр, которые он сам выпускал на свои деньги, вот в Калуге, где, собственно, основной период жизни творческий и провел. Ну вот это его родители, вот так же, как у Федорова, «Душа человека не табула раса», да, «Не лист чистой бумаги, не мягкий воск», а две биографии отца и матери, слитые в один образ. Вот он говорил о том, что от отца он унаследовал такую пытливость, интерес к знанию, от матери чрезвычайную чувствительность, такую сердечность и чувствительность. Вот так как бы две души в нем и жило. Вот. И, собственно,
жизнь его складывалась, вроде бы он жил в семье, да, семья заботилась о нем, но тоже были травмирующие впечатления, которые явились каким-то толчком для становления его личности. Вот у Федорова мы говорили, да, голод, смерть, неродственность, разделение. А у Циолковского глухота, который постигает его, когда ему было всего 12 лет. Он болеет скарлатиной, и после этого у него осложнение, он перестает практически слышать. Представляете, для ребенка, который познает мир, который открыт мир, он любознателен, и вдруг вот такое, такая стена, которая через глухоту отделяет его от мира. Он сам в своих воспоминаниях, которые он написал уже на склоне жизни, «Черты из моей жизни», будет говорить о том, что поначалу он погрузился почти даже в такое почти полусознательное существование, здесь такое инстинктивное, полурастительное, не думал, не мыслил, вот жил как в тумане. А потом вдруг вот начался какой-то толчок, момент пробуждения, и он начинает вдруг испытывать колоссальный интерес к естественным наукам, математике, физике, химии, к изобретениям, он начинает изобретать. Вот, и он в своих, так сказать, в этих чертах из моей жизни, он описывает эти свои удивительные, диковинные изобретения, примерно как левша, который блоху подковал, вот что-то в этом роде он изобретал. Вот. Более того, он великочайший мечтатель, он придумывает, он думает о каких-то горизонтах развития человечества, он брату своему платит за то, чтобы он слушал его фантазию, он фантазирует, рассказывает, делится с братом этими фантазиями, брат не хочет слушать, и он ему, значит, там как-то платит, чтобы брат слушал его фантазии. Вот такой замечательный молодой человек. И, наконец, в 16 лет отец его отправляет в Москву, потому что в обычной школе он учиться не может, вот эта глухота ему мешает. Кстати, когда он вырастет, он справится с этой глухотой тоже путем изобретений, путем вот этой творческой активности. А пока он получает все свои знания путем самообразования. И куда он направляется? Он направляется в Москву, он снимает маленькую коморку, отец ему присылает деньги, и он живет здесь и занимается где? В библиотеке. Он приходит вот в этот самый Румянцевский музей, где в это время как раз только-только стал библиотекарем Николай Федорович Федоров. 1874 год Циолковский занимается в этой библиотеке. Интересно, что если вы будете читать его воспоминания, там будет сказано, в Чертковской библиотеке это происходило. Здесь нет ошибки памяти. Дело в том, что та самая Чертковская библиотека, которая была создана создала Чертковым, которая была передана им городу, она с 1871 года находилась в составе коллекции Румянцевского музея. Для нее был целый этаж отведен. У нее была отдельная вывеска, и Федоров, когда перешел в Румянский музей, поскольку он хорошо знал фонды Чертковской библиотеки, он работал там. В Чертковской библиотеке вспоминает Циолковский. Вот она, эта каталожная, куда приходили Соловьев, Толстой, Фет, и куда приходил к Федорову 16-летний Циолковский. В Чертковской, вот фрагмент воспоминаний Циолковского. В Чертковской библиотеке я заметила одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо из зеркала души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось. Я чересчур дичился. Вот начался этот контакт юноши, такого замкнутого, гордого, но при этом одушевленного своей идеей, одушевленного идеей самообразования. Он вспоминает о том, что он все деньги, которые отец ему присылал, тратит на опыт. У него брюки были прожжены кислотой. Он питался черным хлебом, водой. Он говорил, мне не приходило в голову, что я измождаюсь, тащаю себя, я был совершенно счастлив. Самообразование. Вот это для Федорова важнейшая формула. Федоров вообще считал, что библиотека – это и есть этот центр самообразования и исследований человека. Более того, он говорил о том, что каждый человек должен учиться и расти в течение жизни. Мы не выходим из школы и забываем уже о том, что мы, так сказать, узнали из института и обращаемся только к практической деятельности, и примерно как эти рабочие шляпу только там по воскресеньям надеваем, то есть нашу голову. А он говорил о том, что мы
Человек – существо по своей природе, постоянно познающее, стремящееся расширять свои горизонты. И у него такая была формула – все должны быть познающими, и все предметом знания. То есть весь мир – это поприще познания и действия человека, и человек тоже – существо познающее и действующее. И вот библиотека и самообразование – это то, что, так сказать, ему здесь в помощь. Более того, как я уже говорила, Федоров, еще будучи школьным учителем, он говорил о том, что знание добываемое, оно лучше знания влагаемого в нас. Оно больше и точнее действует в нас. И поэтому и сам он был ведь автодидактом. Я же говорила вам о том, что он не закончил ведь Ришельевский лицей. Но потом, когда он работал учителем, когда он работал в библиотеках, он все свое огромное знание, а знания у него были колоссальные, он получил путем чтения и исследования, изучения, то есть самообразования. Он тоже был самоучкой. Циолковский здесь во многом ему подобен, буквально фактически идет по его пути. Здесь они, конечно, очень близки. Вот. И про Федорова говорили, что он не просто знал, где какая книжка на полке стоит, а знал содержание всех книг в библиотеке Румянского музея, то есть у него действительно колоссальные были познания. И вот он стал наставником Циолковского в его университетах самообразования. И позднее Циолковский будет писать: «Федорова я считаю необыкновенным человеком, а встречу с ним счастьем. Он мне заменил университетских профессоров, с которыми я не общался». То есть фактически он стал его наставником. И вот существует большой спор вообще о том, разговаривали ли они о космосе или нет. То есть рассказывал ли Федоров Циолковскому, раскрывал ли ему вот эту свою идею об овладении космическими пространствами или нет. Ну вот есть воспоминания такие полухудожественные биографа Циолковского Алтайского, которые были сделаны, эта книжка, она вышла в 70-е годы, Циолковский рассказывает, она называется, это такое полубилитаризованное повествование, где там автор задает Циолковскому вопрос, Циолковский там как бы рассказывает о своих встречах с Федоровым, и ему автор задает вопрос: а о космосе вы с ним говорили? И Циолковский ему якобы отвечает: нет, не пришлось. Потом я только прочитала его «Философию общего дела», когда он уже вышел, то есть в 1903 году, до этого, мол, не говорил. Но, значит, я вот как историк, я могу сказать, что вот это вот повествование о якобы беседе с Циолковским и Федоровым, оно насквозь сфабриковано из литературных источников. То есть оно недостоверно. Единственный достоверный текст – это вот это воспоминание, ну, из которого я привожу цитаты, есть его еще в архиве, так сказать, в архиве есть его оригинал, где там есть еще некоторые кусочки. И вот когда мы анализируем это воспоминание, то мы понимаем, что, во-первых, Циолковский с Федоровым общался не только в 70-е годы, что это общение продолжалось и дальше. А во-вторых, если мы обратимся к воспоминаниям самого Циолковского «Черты из моей жизни», то мы поймем, что о космосе они должны были с Федоровым говорить, потому что именно к 76-му году относится первая попытка Циолковского изобрести аппарат, который поднял бы, помог бы преодолеть силу земного тяготения. Циолковский вспоминает, как он придумал, можно ли использовать, как он говорит, центробежную силу для того, чтобы, значит, так сказать, оторвать аппарат от Земли и преодолеть эту силу тяготения. Он попытался это сделать, ходил по Москве, чувствовал себя совершенно счастливым, на утро понял, что ничего не получится, но вот этот момент счастья, он был для него, собственно, главным. Это период общения с Федором. И вообще, собственно, когда мы обратимся вот даже к как раз научно-фантастическим произведениям Циолковского, где он дает вообще полный разгул своей фантазии, вот я вам советую их почитать, потому что это действительно очень интересно. Они у него напечатаны в 1895 год, первое научно-фантастическое произведение и так далее, где он в такой форме, ну, абсолютно, как бы, собственно, традиционный для вот такого научно-фантастического романа, он или перемещается, значит, куда-то в космос, или умирает и попадает на какие-то другие планеты и так далее. И вот он описывает, как устроена там жизнь, и мы можем проанализировать и увидеть там вообще очень много близкого Федора. Именно вот в этом описании как бы устройства этой будущей, собственно, космической цивилизации. Вот. Ну и что интересно, что и биографически даже Циолковский повторяет фактически вот эти этапы жизни Федорова, потому что он становится учителем. Вот после того, как он
прошел свой университет в Армянском музее, он становится учителем. Более того, он становится учителем в том же городе, где был учителем до него Федоров. Это город Боровск, это еще один город, где Федоров работал. Сейчас в Боровске, там есть три памятника. Они теперь себя называют Боровск, город русского космизма, потому что есть там памятник Федорову, есть там памятник Циолковскому, есть там памятник Гагарину. То есть, в общем, вся у них полный джентльменский набор. Вот в этом самом доме Циолковского в Боровске они абсолютно в одном училище работали, только с разрывом в 20 лет. Вот так бывает. Он жил в Боровске, там начались уже его первые изобретения, сложился уже, стал учителем. Учителем. Только он преподавал арифметику и геометрию. То же, что преподавал, кстати, Николай Павлович Петерсон, вот друг. Ученик Федорова, вот это вот, собственно, как раз, видите, такая классная доска, классная комната. И вот тут проявился его изобретательский дар. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о Радищеве, который в своей работе о человеке, его смертности и бессмертии, он писал о том, что великий двигатель вообще развития для человека есть недостаток. И Радищев, и потом Федоров, они будут говорить об одном, о том, что человек в природу приходит абсолютно незащищенным, в отличие от других живых существ, которых природа, так сказать, оснащает их шерстью, способностью менять окраску, там, клыками, зубами и прочее, быстрыми ногами. Человек ничего этого не имеет. Он приходит в природу абсолютно незащищенным, обнаженным голым существом, но имея, так сказать, разум, разум и становится двигателем развития. Разум и творческая способность, и он создает сам. То есть недостаток – величайший двигатель развития. И так это было у Циолковского, потому что вот эта его глухота, она была колоссальным стимулом его развития и роста. Но прежде всего он себе придумал изобретение, которое позволило ему слышать. Вот вы там видели эту трубу Циолковского, поднимались, да, там в центре экспозиции вот эта слуховая труба, которая была изобретена Циолковским для чего? Для того, чтобы он мог выслушивать своих учениц. Он преподавал, между прочим, девочкам, кстати, в женском училище, и вот он описывал, как он сначала он слушал, вот так сказать, ухо приложив, а потом он просто придумал себе слуховую трубу, и все было прекрасно. И у него очень много, если вы поедете в Калугу, в доме Циолковского, этих самых слуховых труб. Вот, учитель. Потрясающие опыты он им показывал. Вообще, он был, конечно, интересным учителем, заботился о своих учениках, как и Федоров, и делал для них интересные уроки. Вот, кстати, преподавал он еще вот в этом самом епархиальном женском училище. Видите, вот он здесь. Вот, а это уже домик в Калуге, куда он переезжает в 90-е годы, и где, собственно, зрелости достигает и его научные труды и технические изобретения, и где, собственно, он пишет и серии своих философских работ. Так вот, тоже биографы Циолковского рассказывают о том, что был целый ряд моментов, когда Циолковский приезжал в Москву. Он приезжал по разным делам, в том числе для запатентовать свои изобретения, предлагать их в различные журналы. Это было в конце 80-х, это было в течение всех 90-х годов. В том числе он приезжал за книгами и за новыми, так сказать, необходимыми ему новинками, знакомиться с новейшей литературой. Где, как вы думаете, мог он с этим познакомиться? Опять же, в библиотеке Московского публичного Армянского музея, где продолжал работать Николай Федорович Федоров. То есть если это не зафиксировано в воспоминаниях, это не значит, что это было, что этого не было. Вот, то есть нам необходимо как бы проанализировать все обстоятельства жизни и Циолковского и Федорова, чтобы понять, что их общение продолжалось и в конце 80-х, и в 90-е годы. Может быть, оно не было столь частым, но оно, безусловно, было. Вот. Так что о космосе говорить они могли и должны были. Вот, кстати, семья Циолковского. Интересно, вот если Федоров человек, абсолютно отказавшийся от личной жизни, да, абсолютно отказавшийся человек-аскет. И, кстати, вот смысл его жизненного аскетизма очень хорошо определил один из его учеников, сын Петра Ивановича Бартенева, Юрий Петрович Бартенев, историк, который говорил о том, что мать, у которой смертельно болен ребенок, она забывает обо всем, она забывает о еде, она забывает о питье, она забывает о развлечениях, она делает все для спасения любимого существа. И вот в таком состоянии Николай Федорович прожил всю свою жизнь. Поэтому его аскетизм – это был какой-то такой его нравственный выбор, внутренний его выбор. Он был таким служителем, он был как рыцарь на часах вот этой самой идеи общего дела. Циолковский
был семьянином, вот его семья, его супруга. Но вот интересно, что в выборе супруги сработал некий такой рациональный момент, потому что все-таки главное для него это тоже было изобретение его научной, творческой, философской деятельности. Он говорил о том, что он женился на дочери священника, и он решил, что вот такая как бы спокойная, скромная супруга не будет ему помехой в его занятиях. И все это так и произошло, в общем, семья Циолковскому не мешала. Вот. И будучи семьянином, тем не менее, он смог осуществить весь тот особый образ жизни, который, собственно, сопровождал жизнь этого калужского мечтателя, которого считали немножко городским сумасшедшим, а на самом деле это был пророк, который, как и Федоров, опередил свое время. И в 1903 году, собственно, вот мы сейчас с вами тоже можем посмотреть просто некоторые фотографии, вот это вот, как Циолковский работает в Калуге, вот эти вот его дирижабли знаменитые, которые можно увидеть в домике Циолковского, вот она, эта слуховая труба, вот. И, собственно, в 1900, ну, это знаменитое его человечество не останется вечно на Земле, а в погоне за светом и с пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а потом завоюет все околосолнечное пространство. Это такая хрестоматийная формула, которую, так сказать, на всех у нас симпозиумах, посвященных космонавтике, обычно присутствует. Ну и, собственно, вот первая его работа 1903 года — исследование мирового пространства реактивными приборами, где он дает механизм. Федоров, он задает некий вектор, некоторый такой философский вектор необходимости выхода человечества за пределы Земли. Он видит в этом как бы новый эволюционный этап развития человека. Вот. Необходимые условия достижения бессмертия и установления вот этого нового блаженного благого строя реальности. Циолковский как бы механизм этого выхода дает. То есть он, если Федоров, как говорит Циолковский, сначала идет мысль, фантазия, сказка. Вот Федоров — это мысль, фантазия, сказка. За ней следует научный расчет. Вот. Научный расчет — это уже то, что начинает делать Циолковский. У Циолковского и мысль, фантазия, сказка в его философских произведениях, его научно-фантастических произведениях, и научный расчет, вот его формула реактивного движения, его работы «Свободное пространство», другие его вот, модели космического корабля, который он сделал, и так далее. Когда вы подниметесь на выставку, и те из вас, которые были, кто был уже, вы видели там рисунки Циолковского из его альбома «Космических путешествий», да, очень впечатляющие вещи. Вот мечта, соединенная с техническим расчетом, движущий технический расчет. 1903 год. Потом в 1911 году, вот уже это работы исследования мировых пространств реактивными приборами, выходит отдельной брошюрой. Так, ну дальше тут мы, собственно, уже, так, сейчас идем к последнему слайду. Ой, так куда-то не совсем, сейчас, минутку. А, он уже все. Ну, собственно, нам уже это не нужно, потому что мы уже идем к концу. Так, вообще хотела этот последний, но я не знаю, можно попробовать, вот у меня тут последний слайд, вот его вынуть. О том, еще о биографии Циолковского. К биографии Циолковского мы еще с вами немножко вернемся, вот уже к зрелому периоду творчества Циолковского, когда будем говорить о Чижевском. Вот, собственно, тут на предыдущих слайдах, это как раз уже 20-е годы, начало 30-х годов, когда Циолковский становится признанным, когда уже его признают, когда пионеры реактивного движения и вот будущие гиртовцы, они приезжают к Циолковскому, общаются с ним в Калуге, да, вот эта знаменитая как раз встреча с Тихонравом за один год до смерти Циолковского. Вот. Очень много сделает для утверждения приоритета Циолковского Александр Леонидович Чижевский, вот философ-космист. Но об этой странице мы будем говорить с вами, собственно, на следующей лекции, которая у нас будет посвящена как раз ученым-космистам, поэтому я вперед забегать не буду, а вот, ой, простите, а в оставшиеся там минуты у меня я все-таки несколько слов хотела бы сказать о, собственно, космической философии Циолковского. Прошу прощения, выключу. Вот, о космической философии Циолковского. Ну, для того, чтобы с ней познакомиться, тоже я порекомендую некоторые книги. Во-первых, ну, наша антология «Русский космизм», в которой есть
фрагменты этой космической философии всех философов-космистов. Она в сети есть, она есть и на сайте музея библиотеки Федора, вообще в сети ее можно найти. И кроме того, есть очень хороший сборник, который называется «Циолковский. Космическая философия». Вот здесь, собственно, основные его работы. Вот. Кроме того, я вам еще могу порекомендовать некоторые издания, которые просто вам покажут некий масштаб его мысли. Так. Вот в частности, например, скажем, вот такая работа «Миражи будущего общественного устройства». То есть это действительно был такой философ, который пытался создать, и вот тут, конечно, очень ярко проявляется такой утопический его пафос, создать вообще некую целостную, завершенную очень модель социального и шире космического, так сказать, вселенского устройства. Вот если Федоров, он как бы задает некий вектор развития, он прежде всего говорит об этом целеполагании, да? Он задает некий вектор развития мира, он не просчитывает, как, так сказать, вот в этом будущем мире будет устроено общество, какие там будут города, там, так сказать, как люди будут пить, есть, одеваться и так далее. А вот утопическое сознание, оно обычно вот в эти все мелочи внедряется. Ну, мы вспоминаем, собственно, утопии, с которых вообще началась утопическая мысль уже нового времени, да, там Томмазо Кампанеллы, вот, «Город солнца», да, Томаса Мора, утопии. Там вот этот самый строй жизни очень четко и подробно расписан во всех своих составляющих. Вот то же самое делает и Циолковский вот в этой своей работе «Миражи будущего общественного устройства». Вообще в основе его философии, что его объединяет с Федоровым? Объединяет с Федоровым это, конечно, идея вот этого того, что Соловьев назовет космическим ростом. То есть это то, что человек – существо, которое является вершинным, собственно, созданием вершины, ступенью развития мира и призван вот к этому самому движению, развитию вперед. Идея выхода в космос и освоение космических пространств – это то, что его с Федором сближает, безусловно. Но когда мы дальше, собственно, идем в глубины уже философских оснований идеи Циолковского, тут мы видим колоссальное различие, потому что Федоров – он философ-персоналист, он философ, который выстраивает, собственно, прежде всего христианскую, работает в рамках христианской картины. Для Циолковский себя называет монистом, он называет себя чистейшим материалистом. Он не признает личности вот в том ее понимании, к которому мы привыкли. У него как бы такой первоначальный строительный вот элемент Вселенной – это атом-дух. Атом-дух. Атом-дух, который вот этот первичный кирпичик как бы Вселенной, который, собственно, проходит различные трансформации, живет в разных средах, попадает в мозг то более совершенных существ, то менее совершенных. Когда он попадает в мозг более совершенных существ, тогда он ведет счастливую жизнь. Когда он попадает в мозг менее совершенных существ, там ему как-то хуже и так далее. То есть вот этот самый мыслящий атом, атом-дух, это как бы первичный кирпичик Вселенной. Вот. Это, конечно, разводит его с Федором. Почему Циолковский выбирает такой путь? Ну, во-первых, конечно, философские влияния. На него очень большое влияние оказало, во-первых, вообще античный атомизм, с одной стороны, да, вот Демокрит. Вот. Из более ближних влияний это философы-шестидесятники 60-х годов, это Писарев и Чернышевский. Он сам говорил о том, что в юности его Писарев заставлял дрожать от восторга, потом он им переболел. И теория разумного эгоизма Чернышевского. Собственно, в теории разумного эгоизма одна из ключевых формул – это формула недопущения страданий другого, которая, кстати, и недопущение собственных страданий и страданий другого. И вот для Циолковского это, собственно, ключевая задача, основа его этики. Нигде в космосе не должно быть никаких страданий. Отсюда, собственно, и сама эта идея усовершенствования космической жизни. То есть в конечном итоге, с его точки зрения, вот человечество, оно должно избавить космос от страданий. Иногда эта его мысль, она приходила к таким даже, я бы сказала, селекционным идеям, потому что он говорил о том, что ну вот как избавить от страданий. Вот есть животные, растения, которые страдают, которыми там человек питается и так далее. Значит, он, во-первых, приходит к идее вегетаризма,
вот в этом его этих основах общественного устройства он говорил о том, что вообще вегетарианство, оно заповедано человеку, что вот не нужно есть мясо, потому что тем самым мы как бы ограничиваем страдания. А дальше он говорит о том, что, может быть, надо не допускать размножения вот этих самых бедных братьев наших меньших, потому что тем самым, иначе мы их обрекаем на эту дурную бесконечность страдания. Вот. У Циолковского, в отличие от Федорова, который, для которого, опять же, как вот христианского персоналиста, для него жизнь и колыбелью жизни является земля. Вот она действительно колыбель человечества, и отсюда, собственно, вот человеческий род расселяется вот в огромной вселенной. Единственность жизни, вот с этой точки зрения уникальность жизни, Земля как такой как бы метафизический центр универсума. С точки зрения Циолковского, жизнь, она кипит во вселенной, кишит во вселенной. И, собственно, на разных планетах жизнь присутствует в разных стадиях своего развития. Так он полагал. Более того, он полагал, что есть более высокоразвитые, может быть, какие-то существа, да, которые живут на других планетах, которым мы еще до этой стадии развития, вот наш человеческий род еще не дошел. Ну, у него есть очень интересные, такие яркие, вообще действительно с большим таким полетом фантазии нарисованные, значит, такие образы, как вообще устроено вот это вот планетарное, космическое человечество, да, как общаются эти эфирные острова, как он говорит, да, их правительство, как передается речь и как улавливается эта речь, как вообще как преодолеть расстояние и так далее. Вот. Одна из важнейших, конечно, формул была, и это сближает его с Федоровым, это идея трансформации человеческого организма. Это то, что роднит их, безусловно. У Федорова была такая формула: наше тело станет нашим делом. Федоров полагал, что в конечном итоге человек, начиная осваивать мир при помощи техники, да, которая есть некая попытка его компенсировать свою неспособность быстро перемещаться в пространстве, видеть далеко и глубоко, там, соображать так же быстро, как соображает машина, тем не менее, человек должен научиться развивать возможности своего собственного организма. И своим собственным организмом управлять и трансформировать его так, чтобы этот организм, как говорит Федоров, стал полноорганным, обрел полноорганность, то есть уже новые творческие способности и возможности, которые позволят человеку отказаться, собственно, вот от технического пути. Вот интересно, что у Циолковского, он с одной стороны большое внимание уделяет вот этой технической стороне освоения космоса, а с другой стороны он рисует вот эту какую-то будущую космическую цивилизацию, где атом – дух, и где вот какая-то совершенно иная, уже телесная, духоматериальная природа вот этих жителей космоса, которые уже, собственно, не нуждаются в технических изобретениях. Ну, может быть, мы можем увидеть за этим интуицию как бы разных эпох освоения космоса, который начинается при помощи техники, и затем как бы от техники отказывается. Вот. Ну, на этом я завершу. Мы с вами еще будет у нас одна лекция 13-го, которая будет посвящена вот естественно научной этой ветви космизма, то есть идеи активной эволюции, антиэнтропийной сущности жизни, значит, что такое ноосфера. Вот что такое человек в ноосфере. Это Николай Алексеевич Умов, физик-философ, первый русский физик-философ, как его называли, Владимир Иванович Вернадский, Александр Леонидович Чижевский, вот с его работой «Физические факторы исторического процесса влияния космоса на биологическую и историческую жизнь». Вот. И, значит, уже современники их, уже почти наши современники, Николай Григорьевич Холодный, вот Василий Феофилович Купревич, и, может быть, немножко еще о современных космистах, если успею, я скажу о Моисееве и Лескове, но это если успею. Вот, а потом мы прервемся до 17 августа, и вот 17 августа у нас пойдет цикл, блок, связанный с литературой и искусством, то есть уже с 20 веком. Вот, будет отдельная лекция еще посвящена иммортологии, вообще традициям, имморталистическим тенденциям в космизме и образу будущего философии космизма. Это будет последняя лекция. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.